Многие меня спрашивают, каким образом отличаются 68 от 80 размера наши комбинезоны трансформеры. Вот мы их все сложили для того, чтобы вы увидели разницу. Далее на выписку, безусловно, 68 размер. Он подойдет от рождения и до 6 месяцев. Вот пупс, который 55 сантиметров ростом, такими, как правило, рождаются дети от 50 сантиметров до 60 сантиметров. И вот он задел, который хватит как раз на полгода. Если ребенок рождается поздней весной и хочется, чтобы комбинезон хватил на несколько сезонов, то можно купить 74 или 80 размер. Вот таким образом ребенок будет новорожденным смотреться в 74 размере. Вот задел. Таким образом выглядит 80 размер. Вот какой задел будет в 80 размере. Обращаю ваше внимание, что еще у новорожденных детей несколько месяцев идет тонус ног, и они у них согнуты. Вот, потом со временем, естественно, они у них будут прямые. Вот. И для кого не критично это, а также можно положить ребенка в коляску, никто не увидит, вот 80 размер. Вот такой задел.